А мы продолжаем наш выпуск. В Челябинской области полицейским удалось снять эпизод, достойный голливудского боевика. Инспектор подходит для проверки документов у подозрительного автолюбителя. В этот момент легковушка срывается с места. Офицер догоняет машину, хватается за руль, но водитель и не думает тормозить. Легковушка разгоняется, но полицейский демонстрирует крепкую хватку. По встречной полосе ему удалось проехать более 200 метров. Злоумышленник хоть и избавился от инспектора, но от погони не ушел. Под управлением оказался мужчина молодой, военнослужащий, который находился в состоянии алкогольного опьянения. К нему был применен административная мера, административный арест, то есть он сейчас находится в ИВС. Сейчас отважный страж порядка находится в больнице. В ближайшее время он вернется на службу, а вот задержанный еще не скоро окажется на свободе.